Я сегодня вне конкурсной нашей программы. Выступает человек, который приехал из города Томск специально на наш фестиваль. Друзья мои, встречайте, Глебыч! Здравствуй, Глебыч! Привет! Чем порадуешь нас сегодня? Будем рэповать. Этого дробить. Сегодня нам как раз не хватало. Будем рэповать. Попробуем. Ну что, поехали сразу. Конечно, сходу. Конечно, давай. Глебыч, друзья мои, ваши аплодисменты. Раз, два. Обратите внимание на этого человека. Погромче минусовочку, пожалуй. Вот так. Еще, наверное, немножечко. Чуть-чуть. Делай. А я все так же все брожу в этом городе снов. Уже теряю веру навсегда в стране дураков. Не знаю, куда идти, под виды сзади враги. И все те же стены окружают меня впереди. Сломать бы эту систему, но больше нет моих сил. Выдыхаясь, задыхаясь, им назло я один. И может быть, когда-нибудь мечта суждена сбыться. Но, видимо, не суждено им всем осуществиться. Все эти перелеты, перроны, купе, вагоны. В городской суете то дома, там то в Одинцово. Респект своим пацанам, спасибо за прием. Порою вне формата, я порою все путем. Куда идти, когда закрыты все пути? Краски черно-белые, впереди свет, но, видимо, до него не дойти. Нету дозы радости. Куда идти, когда закрыты все пути? Краски черно-белые, впереди свет, но, видимо, до него не дойти. Нету дозы радости. Все хорошо, я знаю, будет улетать, таю серое небо надо мной, что дальше я не знаю. Начать все заново, снова по-новому, другие правила. Это моя игра, и день и ночь пишу с высоты. Падают ко мне мои мечты, и чтобы не было там впереди. Краски черно-белые. Куда идти, когда закрыты все пути? Краски черно-белые, впереди свет, но, видимо, до него не дойти. Нету дозы радости, куда идти, когда закрыты все пути. Краски черно-белые, впереди свет, но, видимо, до него не дойти. Нету дозы радости. Нету дозы радости. Как-то так. Два пути. Два пути. Спасибо большое. Глебыч, друзья мои, Глебыч совсем другой. Ты, Глебыч, куда ты пошел? Ты разве не две песни хочешь спеть нам? Попробуем, давай. Давай еще одну. Ты жюри еще не понимает пока, как оценять, как народный фольклор. Я же думал быстро стреляться, понимаешь? Давай. Я ненавижу любовь, она меня не любит. Она приносит мне боль, она меня погубит. Я ненавижу любовь, она меня не любит. Она приносит мне боль, она меня погубит. А что такое любовь, я расскажу тебе сейчас. Это душевная боль, наедине при свечах. О боже, дай мне сил перебороть себя. Она красива, но все же она не для меня. Звездное небо почему-то мне не хочет верить. Рисую тропы те, где для меня закрыты двери. Нету доверия тому, что где-то как-то было. Было красивое время, но это время лживо. Воем волка, я не научи, вижу, что как иголка колет внутри меня все. Словно нитка тонкая, как судьба, но я ненавижу любовь, ты не любя. Воем волка, я ненавижу тебя, что как иголка колет внутри меня все. Словно нитка тонкая, как судьба, но любовь. Я ненавижу любовь. Я ненавижу любовь. Ч-ч-ч. Я ненавижу любовь. Она меня не любит. Она приносит мне боль. Она меня погубит. Я ненавижу любовь. Она меня не любит. Она приносит мне боль. Она меня погубит. Я ненавижу любовь. Она меня не любит. Она приносит мне боль. Она меня погубит. Я ненавижу любовь. Она меня не любит, она приносит мне боль, она меня погубит. Она меня погубит. Она меня погубит.
теперь точно все. Глебыч, спасибо. Друзья, Глебыч, сегодня у нас один-единственный исполнитель в таком жанре нашей жюри, Алексей Хвацкий. Ну, мне нравится рэп. Рэп — это протест, как ты считаешь? Можно вопрос задать? В своем роде, да. Ну, изначально, такой... да, так было. Но конечно. Это тоже как надо понять. Это может быть как черная и белая магия. Надо понять, на какой-то стороне свет, тьма и цель, как бы послание. Чтобы это, либо это позитив, либо это негатив. То есть, как бы вот, вот для меня важен вот этот подход. То есть, мне это интересно. Вот, спасибо. Песни как бы хорошие. Я бы поработал, честно говоря, над самим посланием насчет выбора стороны. То есть, какой, как ты лично видишь это? Окей, свет, светом, либо это более... Окей. Елена Мальцева, Алексей Хвацкий был до этого. Ну да, вот... Лен, на какой вы стороне? Признавайтесь. Я снова на стороне чуть продолжить просто хочу. На самом деле, да, вот, ну, ты, наверное, знаешь, да, что любая мысль, любое слово, да, оно материализуется. Поэтому, конечно, с Лешей солидарно. Нужно понимать, да, что мы говорим, что запускаем в мир. Ту программу мы потом по голове, собственно говоря, если, например, получим. А если, например, говорить, кошелек полон дерьма, а вот эта вот фишка вся материализуется или нет в денежном эквиваленте? Да, все, что запускаем, все возвращается. Отлично. Да, да, поэтому вот, на самом деле, ну, как бы, вот. Но рэп для меня вот здоровский, на самом деле, очень люблю эти вещи. Я даже помню сына, слово «полку Игоря» или что-то такое, тоже не мог прочитать ребенок в детстве. Я говорю, смотри, да, та-та-та-та-та, то есть какие-то акценты. Это очень здорово помогает. Вот, и в то же время вот эти вот как раз рэповские такие накачки, да, они очень хорошо вот под корочку забрасывают, да, вот эти идеи и мысли. Поэтому это очень классный стиль, я очень его люблю. И здорово, что ты это выбрал, но вот вперед дорогу. Только единственное, что вот учти пожелания, если тебе, конечно, это вот важно. Окей. Очень здорово, молодец, продолжай. Спасибо, спасибо большое. Подожди, у нас еще один есть член жюри. Еще. Я сам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Ну... Здорово. Рэп — это хорошо. Я сам написал бы рэп, но более позитивный. Потому что... Не, серьезно. Так ты напиши. Напишу. Скажут зрители. Напишу. А вот напиши. Не заставлю себя ждать. Барвалда — это же рэп? Нет. Это был шансон, Сергей. Хорошо. Вот. А, да, а рэп... Я думаю, что рэп — это то, что вот вокруг нас. И это просто стихи под музыку. Правильно? Верно. Вот. А шансон — это стихи под музыку, да? Нет, нет. На музыку? Это музыка со стихами, шансон. Хорошо. Ну что ж, Евгений Смирнов, с точки зрения. Благодарю, спасибо, Глебыч. Спасибо. Мы провожаем Глебыча под ваши аплодисменты. Жалко, что жюри не оценивает ведущего. А мы можем. Оценивает жюри бесконечно. А мы можем. Ну что ж, дорогие наши зрители, мы по-прежнему с вами. Не думайте, что мы про вас забыли. Мы как раз с вами. Именно для вас делается эта трансляция, потому что все, кто захотел прийти и прекрасно провести время, они все здесь, в баре Валдай! Вы слышите их аплодисменты? Чувствуете, да, музыка такая резко, раз пошла, раз ушла, так раз, типа динамика, все дела. Тут люди, тут фонари, тут операторы, здесь тоже операторы. Танцы, друзья мои, джайв в исполнении коллектива «Вдохновение» Ксения Ульянова, Александр Рева. Если они еще раз заденут нашу камеру, снимать их будут на микроволновку. Вперед!
Прекрасно. Кто-то даже дал доминанту. Молодец.